Он еще пишет, он много пишет о заключении союза, что, может быть, они не будут чувствовать любовь, как сейчас, и тогда они заключат, они будут выполнять действия, как раньше, отказаться заключением союза. Да. Какой союз мы должны заключить между собой в десятке? Чтобы каждый заботился обо всей десятке. Все мы заботимся, чтобы у всех было только добро, хорошее ощущение, хорошее понимание, чтобы мы всегда видели высшую силу как организующую нам правильную форму друг относительно друга. И так мы бы продвигались.